Доброго времени. Сейчас мы вам покажем, как мы обрезаем горную сосну. Убираем все стремящиеся вверх ветви. Обрезаем не жалея, ничем не замазывая места среза. Любое растение само себя вылечит. Вы же только навредите, включая краски, садовый вар и тому подобное. Продолжаем обрезку. Картошка должна привести к плоской форме верхней части горной сосны, так называемая площадка. Необходимо помнить, что инструмент должен быть чистым и обработан спиртосодержащей жидкостью. В конце производим финишную обрезку и подравнивание. Мы закончили. Здесь все просто.